Керменев с трудом принимает. Соколов в атаке. И «Зенит» выигрывает этот матч. С ума сойти, а? Очень эмоциональный момент и очень эмоциональное просто у «Зенит». В это мало кто верил. После первого матча, будем честными, возвращает серию в Москву. И там будет все решаться. Конечно, мы с вами говорили, что задача нейтрализовать лидеров.